У нас утро. Не, не, Тиара, Тиара, ты сюда что ли? О, ты в туалет хочешь. Привет, Бамби. Привет, мое солнышко. Иди, Бэс, Бамби, иди. Снежка. Просто отдыхаешь, просто можешь. Спайка не узнают, гавкают. У него лицо поменялось. Даже Муса гавкает, не узнает. Раз, печка. Два, три, четыре. Ночью голова разболелась, сопли пошли. Но обезболивающее выпил и уснул. Вот уже 12 часов. Дубарь, все печки включил. И это самое... Вот сейчас в туалет хочу, да, допустим. А на улице такой дубарь, я замерзший. Но я выход нашел. Вот эта печка пойдет со мной. И боятся морды Спайк. Идите. Снежка, нет, Киара, нет. Иди, блин. Я ей на кухне поставил, а она сюда принесла. Дразнит. Да ты мой. Кто такой у нас опухший? Пишите в комментариях, на кого похож Спай. Олег Монгол, что ли? Представляете, свет... О, включили. Вот козлы, а, издеваются. И вчера издевались, и сегодня. Так, пойдем волков отпустим. Нет, нельзя. Нет, нет. Вы были ж. Ну идите еще раз, идите. Нет, нет. Не выходим, питбули, на улице холодно. Отпустим волков. Я до сих пор еще не переодеваюсь. Так, а Яврик, сразу уйди оттуда, я говорю. Граф, угомонись. Уже скулишь. Все, для волков это чудесная погодка. И для колобка тоже. Ну, кто к нам пожаловал? А я еще одеваюсь. Ты че? Одеваюсь еще. Давай, залетай. Закроешь дверь. Колобок нельзя. Да, я такой красивый. Брус Ли снял, Брус Ли снял. Да. Заходи, пойдем. Дверь закрывай. Ух, все, все, все. Да, три печки. Раз, два, три. Бодрымка. Все, все, все. Братан, как-то сядь условно, чтобы он вот этот шов свой лишний раз сейчас прыгать начал. Братан, низ по-братски оденусь. Не сгоришь так? Нет, не сгорю, да я замерзший был бы. Видишь, я опять свои шапки. У Артема успехи, короче, канал продвигается. Интересно, почему, да? Ну, я тебя потом научу. Хорошо. Я тебя прорекламирую. Хорошо, кстати, да, ребят, надо 1000 подписчиков набрать Артему, чтобы уже монетизация была, потому что хочется помочь человеку, столько старается. Да и вообще, просто как хорошему человеку помочь. Спасибо. Короче, забегайте, да, ссылку закреплю в комментарии. И в описании. Давайте 1000 подписчиков добьем. И человек уже хоть будет хоть первую копейку в Ютубе увидит. Да, было бы неплохо. Да, нам, как говорится, ничего не убудет, а человеку будет мотивация очень приятно. Все-таки у него тоже семья, он дорогу выбрал эту на Ютубе. Поэтому давайте поможем. Да, я буду вас всех радовать. А дальше только от него все зависит. Да. Чем сможем, поможем, Артем. Все, так, ссылка будет в описании, не забудь. Все, спокойно, тихо. Так, я одеваюсь, ребят, и вперед. Серьезно, сразу. Хейтер смотрит. Хорошо. Спайка тоже чуть обработали. Чего ты? Пацанчики. Надо разгружать. Ярко. Молодец. Ветеран мой. Спай. Ну не чеши, мой сладкий, не чеши.
Красавчик. А чё, нет? Запарил, на мне поднимается, да, на моих словах. Симба. Так, Киару здесь закрываю. Пайка здесь закрываю, лишь бы вот кошки туда не прошли. По-хорошему Киару лучше сюда, но мало ли подерутся, спать без настроения, что-то не поделят. Нельзя спать, подожди. Чё, аккумулятор достаем? Да, да, сейчас. Чё, твоя спина, да? Красавчик. Да, да, лука. Что, скачала? Скачала, малышка, скачала. Скачала, красавица. Малыш, привет. А, лука. Вот так. Волков такое настроение хорошее. Ну все. Так, мы пойдем мотоцикл наш заведем. С аккумулятором Артем сейчас поможет. Ты соскучились. Ты соскучились прям сильно, да? Все соскучились. Дуська, Дуська. Дуська, Дуська. Дуська. Дышка, дышка. Красавчик. Колобок нельзя. Иди сюда, Дусь. Дусь. Пойдем. Что там творится? Что там, дерутся? Ты уверен? Что там странно творится? Пойдем посмотрим, что там творится. Что-то непонятно. Один ребенок, куча собак, курица. Капец, развелось куча собак. Сапануть хочешь? Давай колобка отпусти, сейчас бы он жару им дал. Хотя тут ребенок. Здорово, здорово. Иди нафиг, не нюхай меня так. Мы с тобой враги, ты не забывай. Нельзя. Нет, уйди, все. Не наглей, все. Так, не наглей. Кеч, скажи ему, что. А ну нельзя. Фу, нельзя. Вот так. Я вспоминаю Антуана Джеряна вовремя просто. Фу, нюхай то меня, уйди отсюда. Умный такой. Уйди отсюда. Сейчас колобка отпущу, пипец. Так, ладно, пойдем. А то мы смотрим, что-то ребенок, куча собак прыгают, что-то делают. Ребенок орет. Классная погода. Никак его Сэм не привяжет, а? Давайте закроем их всех, потому что мало ли что сейчас с графом. Уже граф постоянно орет. Тимка, ты вылезла, моя сладкая. Сейчас я тут. Давайте, Валер, давай, Валер. Не подходи. Валер, Валер. Валер, Валер, Аяврик, Валер. Давайте навестим Кимку. Ой, наступает, все хорошо. Спайк, я пожалел, малышка. Но если бы хотел, он бы по-другому чуть бы сделал. На. Тихо. Он потихоньку уже наезжает на Муссу. Да? Муса. Нет. Надо. Позитивчик граф. Так. Артем, давай 5 минут подождем, пусть эти погуляют, потом Муса и потом поедем. А то бедные ждут.
Без присмотра не отпускаю, максимум иногда волков, и то делать не стоит. Нет, да. Как они сходили, понимаешь? Кимочка, моя девочка. Ой, сейчас все будет в волосах. Нормально ж, Кимка? Нормально? Ну, какая здоровая какая, да, задние бляхи. Все, мы главное все обработали. Все сделали. Она в шоке, бедолаж. Хочешь увидеться со своим? Со своим. Кто он там, дядя или кто, я вечно забываю. Иди, Кимка, иди. Вот так вот. Аккуратненько. На их посмотри. Видите, нормально. А спайку все равно. Блин, главное, чтобы не от... Не, такого ничего. Привет, молодежь. Вот они, я все кайфуют. Кимка, да ты умничка. Не, спайк нормально, просто вчера на эмоциях себе. Так, Кимми, иди, иди. Пойдем, а то Граш сейчас зайдет, плохо. Рычай. Закрываем сразу. Все двери на защелку. Да-да. Граф, вот ты козявка, а. Как тебя отдавать, а, такого красавца. Граф, ну давай вот по-хорошему. Ты меня слушай и все, потому что, блин... Так не пойдет, ты вечно орешь, драконишь всех. Люблю его, а. Жалко, да, его отдавать, ты же, блин, хорошенький. А он меня любит, нравится тебе? Да. Артем, забирай. Гектора куда дел? Гектора он проглотит. Сомневаюсь. Половина яка проглотит, а половину пита посмотрит. Есть собаки, которые убивают, расчленяют. Прям расчленяют, еще потом съедают. Каннибал. Не, он красавчик, я ничего не говори. Я его люблю, блин. Все, молись. Еще. Не буду тебе. Иди нафиг отсюда. Неправильно держу GoPro, вообще с правой руки. Почему? Перчатки? Да, из-за перчатки. Так, ну что, вы погуляли, малышки? Пацанчики. Пацанчики, девчата, пойдем. Малыш. Вот смотрите, сейчас какая будет реакция, мне что, постоянно его... Смотрите. Так, ну сколько можно, а? И вот одна и та же картина. Надо до конца. Заходишь, каждый раз его воспитываешь там. Да? И все. Душ есть, да? Да, душ есть. Короче, Багирка у нас скоро течет. Будут у нас пополнения. Не, графа, честно, люблю. Он прикольный, как бы. Привет. Черненько. Привет, Муска. Молодцы. Классные такие, да, вы мои классные такие. Эти ходят туда-сюда. Волчары, думаю. Кстати, вот этот Валер, Артем, надо закрыть, надо щеколду. Потому что вот так кто-то зайдет, я буду думать, что... Ну, и потом оттуда выйдет кабель, и я отпущу. О, они могут там спрятаться, ну мало ли что. Поэтому мы закрываем. Не, граф красавчик. Здорово, кабеля. Когда погода хорошая, да, вот мороз и солнце, бомба. Короче, тебя все на... Привет. Да, на люксе, да. Люксе. Даже есть тут кондиционер в этом Валере. У меня дома нету. Сейчас мы будем там заниматься забором. И они будут все это время гулять, пока быстро на 5 минут выпустим. Братан, он сейчас поймет, что это опасная вещь. Он сейчас поймет, что это чужой собака, братан. Он начнет трепать ноги, не то что тебя. Трепать ноги. Я и так еле хожу. Хочешь, я команду скажу? Не надо. Дальше. Артем, страшно, да вообще? Да не, когда он почему-то у него глаза. Подозрительный.
Ты как? Да я пока поеду майкоп за стейками. Да, да, я видел. Ты пока поедешь за стейками. Здесь они как-то довольны. Облизываться уже там. Чуть-чуть куски от меня. Кетч, ты быстрее, наверное, их найдешь стейк, чем я. Молодцы, мне... А так я тебе скажу, опаснее человека нету. Это понятно. В любой ситуации выйти можно. Да. Если знаете, что, что мне нравится, что багирка не мерзнет. Помните, как раньше? Я все равно смотрю, она даже выходит с вольера, сидит на морозе. Ну, в смысле, молодцы, закалились. Куда я успел? Да. А это что, новая мода? О. Ребят, GoPro 10. Берем. Она хоть не должна глючить, как моя девятка. Шустрее быть даже. Сейчас оплатим. Все, да. Держи, Артем. Спасибо. Спасибо, Наташенька, спасибо. GoPro 9. О, 10, извиняюсь. Месяца два хотел. Отпуска, это не твоя. Хочу. Не могу. Отпусти. Сейчас проверим. Потому что моя девятка очень глючная, ребят. Я уже устал. Коробка, стекло у нее, да? Скажите, когда ты электронно расплачиваешься, бац, все готово. Думаешь, стоит 2 месяца, думал, хотел, жалко было. А тут тыкс и готов. На глаза Артема. Прикольно, да? На, убери ее с пакета. Сам не может, мне специально даст. Так, у нас такая батарейка, да. У них все аксессуары подходят удобно. Так, давай открывай. Я сейчас пока откроют, уже стемнеет. У меня пальцы болят. На, потрогай, потрогай, ладно. Ну, приятно? Да? Знаешь, на сколько? На 6 грамм, кажется. Да, кстати, что ты возьми. Мою возьмешь? Слушай, ты мою возьми. Где? Да-да. Даже девятка тяжелее всех. Ребята, у нас десятка. Девятка снимает и восьмерка. Все GoPro на месте. Так, ну что? Аккумулятор ставим? Проверим. Кстати, здесь плюс, знаете, он воды не боится, все скатывается. Здесь такое стекло, что капли не остаются. Он быстрее включается, меньше тормозит. Ну, поверьте, я с девяткой намучился. Кто не знает. Девятка включена. Может, после прошивки лучше станет. Тут чуть батарея. Кстати, у меня девятка. Спустя месяцев 7 под водой снимал, вода зашла внутрь. Когда они новые, нормально. Может, соленые нельзя было, хотя я там пресный. Так, сейчас включим. У меня в зеленке. Подожди, подожди. Первое видео на десятку. Пошел. Давай, раз, два, три. Будет ли у Артема десятка? Все еще понятно. Раз. А, как раз еще уже делаем, да? Все, тихо-тихо, работника не травмируй. Ладно. Давай. Бля, крепкий малый, молодец. Крепкий, а Артем похвалил, значит, он еще крепче давай, него. Все-таки экранчик прикольный, да, когда себя видишь? Да, прикольно. Не, молодец, парень, крепкий. Ну ты не переживай, я в твоем возрасте такой же. А давай с ним, давай с ним. Давай. Поборись с ним на камеру. Давай. Давай. Слышишь? Сейчас. Давай на ту камеру засядь, что ли? Сейчас проиграем нашим. Он что-то уверенно так захотел. Тека. Да, высокая стойка. Главное, они не бороться, да, проиграют точно. Стойка высокая. Подожди, давай. Он должен победить. Да, раз, два, три. Да, держи. Все, все, тихо, Артем, ты когда аккуратно, у людей руки. А ты крепче. А ну давай вас двоих, вы вдвоем. Давай на YouTube пойдете, не? Ну ладно. Какой подпись собираешься, что делать? Артем рассорил ДНСников. Порвал ДНСников, да. Разорвал. Здрасте. Идите погуляйте. Откроем кейс, чтобы вышли. А можно там? Да, там никого нет, я же все. Идите гуляйте. Молодцы. Молодцы. На секунду быстрее. Раз, два, вторая попытка. Смотрим качество. На секунду быстрее. Раз, два, вторая попытка. Смотрим качество. Цвета у десятки поярче, покрасивее.